Объясни, пожалуйста. Ну, как бы, я просто пою о том, как бы стою взрослее, и как бы приходится думать больше о учебе, чем о своих мечтах. Из текста ты вывела то, что об учебе надо думать? Такой вопрос. Песня 13-летних, да? Да. Детей. А тебе сколько? Мне 1. Вот в этом-то и несоответствие твоего внешнего облика 11-летнего и песни. Все-таки в 13 лет немножко повзрослее люди и немножко другие, я не знаю, цели, задачи. И голос уже другой, то есть более взрослый. Кто выбрал песню тебе? Сама? Ты мой вокальный... руководитель? Да. Но сцена все-таки предполагает более какие-то сценические формы, так сказать, позиции. Угу. Учти, пожалуйста, это. Угу. Ну, а так, спасибо. Я просто болею. Болеешь? Горло. То есть ты через себя, через силу, да, пела, можно сказать? Можно так сказать. Голосуйте за меня.